Всех приветствую, продолжаем знакомиться с притчами мира. Буддийская притча «Будда ждет нас». Существует предание, Будда остановился у врат рая. Ради достижения этой цели он трудился всю свою жизнь. Врата открылись. Играла музыка, было празднество и ликование, потому что очень редко человек поднимался к таким высотам. Привратники открыли врата, вышли навстречу и пригласили Будду. «Ты прибыл, входи, мы рады приветствовать тебя». Но они были удивлены, Будда выглядел грустно. Он не мог думать в этот момент о блаженстве. Он задумался о миллионах заблудших душ, страдающих, не знающих, что делать. Они нуждаются в его помощи, Будда сказал привратникам. «Пожалуйста, закройте врата. Я не могу войти, я буду ожидать, пока все люди не войдут в эти ворота. Возможно, потребуется вечность, но это не имеет значения. Я вижу миллионы грустных лиц, сердец, полные слез, людей, которые никогда не знали радости. Закройте ворота, я войду последним». Будда все еще стоит снаружи райских врат и освещает путь каждому, кто идет горным путем. Вот такая буддийская притча, она называется «Будда ждет нас». Пока-пока, до свидания.